что же, вторая программа это SM Security, программа из семейства ClientMaster. Это у нас антивирус. Защищает нас как обычный антивирус. Ну, пишут разработчики. Хочу много об ней говорить, ну, просто антивирус, ну, нету антивируса такого. Он должен быть. Просто обычная программка. Типа сканирует, типа. Ну, какого полезного эффекта нет. Лучше установить какой-нибудь антивирус, который известный. Например, Avast или Kaspersky, или Total Security 360. Но только не вот это. Не вот это вообще не нужно. Я вам серьезно так говорю и советую, не нужно вот это устанавливать.